take it all. Ain't no way I could break it off. Girl, is you really down to pay the cost? Reverse the role, you could play the boss. Already know I'm a... Already know... Всем привет. Я только недавно проснулся. Сейчас быстренько попью кофе и поеду в Эльдивино. Там я сегодня снимаю фотоотчет детского Хэллоуина. Я уже приехал в Эльдивино, сейчас тут сделаем часовой фотоотчет и поедем дальше. У меня еще есть еще одна съемка сегодня, но об этом я скажу позже. Кто? Альген? Альген, у сертификат, подальше сертификат. В общем, закончил съемку в Эльдивино. Сейчас приехал домой. Немного отдохну, может быть, перекушу. И поеду на следующую съемку. Сегодня мы снимаем для шоурума Forever Young. С местом мы определились, пока там вроде как ведутся переговоры. Но думаю, все будет круто. Ты снимаешь, как я мусор собираю, Лев? Ну ты же мусорщик. Я? А я продаю мусор. Собираю его тоже. Ну вот, ты мусор собираешь. Мусорщики собирают мусор. А еще я какашки убираю. Ты еще и какашечник. Да. Сейчас еду в ТРК «Октаву». Там будет фотосессия в локации «Сонгрест и Зефир». Мне кажется, я немножко заболел. Блин, мне вообще, по идее, болеть. Вообще нельзя. О, моя тачка. Вот так вот, блин, заставили выкидывать мусор. В общем, я уже приехал в ТРК «Октау». Сейчас тут будем проводить фотосессию. Забыл GoPro в машине, возвращался, забирал. Блин, погода отстой. Все, модели готовы, идем снимать. Все, готов? Все, в общем, в Астане чуть-чуть закупился, сейчас еду за Милой и потом... Все, приехал домой. Еще пока не знаю, сегодня куда-нибудь буду выходить или нет. Сейчас пока в планах что-нибудь приготовить вкусненькое покушать и обработать фоточки с кипятком. Классные ребята. Такой бодрый, свежий. Ахмед,